Всем привет! Сегодня будем проходить самую длинную карту, и это уже 7-я часть. Да уж, как-то уже очень много серий. Ну, как сказать, немного. Некоторые умудряются 40 серий, ой, 30 серий чем-то проходить этот паркур. Но я такой ошибки уже, а я всего за 10. Причем с учетом того, что пройду все 500. Так, ну давай. Кстати, хоть и звук отстает на пару секунд, но разница между видео и звуком. Но это не такой ужас, чем на камере, когда... Если взять дуорекордер, снимать с него и открыть программу камеру, но не снимать, то выйдет намного лучше. Что было через камеру, если через камеру снимать, то вообще там ждал полный капец. Да уж. Я уже опять дошел до этого момента и даже поставил спаунпоинт. Окей, ошибки нет. Так. Сюда, оп, сюда, и 302 левел почему так лагает. Чё так Майнкрафт подвисает? Не понял вообще, что не так с моим ноутом. Окей, ну... Это скоро исправится. Надеюсь. И... Ага. 303. 303 левел. Окей. Головы. Головы эндер-дракона, но суть в том... Опа! Почему у меня спаунпоинт не сработал? Мне почему-то не сработал. Фейковый спаунпоинт. Ладно, уже вручную мне придется это сделать. Что-то пока что так медленно проходим. Давай-ка, оп. Оп, и... Да уж. Так, уже здесь я. Оп! Левел 304. Да уж. Ну не просто. Нужно вот так и... Ну, иногда это не срабатывает, и все равно падаешь. Хоп. Ладно. Так, дошел до этого момента. Надеюсь, доступ к кровати не будет затруднен. О! Ой, нет. Хотя как? У меня все-таки получилось так. Второй спавн. Ну что ж такое? Ой, только тихо. Так, ну давай. Оп! 305. Зачем на арбузах кнопки? Активированный арбуз. Так, все, я активировал арбуз. В кавычках. Просто смешно. Про уголь сделали, а про арбуз, который здесь, нет. Ладно, это моя фишка тогда. Что-то непонятно, почему не могу допрыгнуть. Каждый раз я не допрыгиваю. Да что ж такое, почему? Здесь же всего лишь 3 блока, а? Что, не понял? Я заметил, что здесь 4. Почему я раньше мог, а теперь не могу? Никак.
Вообще, как бы ни старался, но в каждый раз. Хотя нет. Но не знаю почему, но почему-то мог долетать, но почему-то здесь застрял. Хотя уже выбрался. 306. Оп! Оп! Ого! Хотя как? Это иллюзия, что это сложно. На самом деле, нет. Хотя, предпоследний прыжок я согласен. Ну и вот. А вот это вот нет. Окей. 306 левел. Так, ну давай. Главное поставить спавн. Поинт, давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Давай-ка, оп, оп. И долетай, долетай. Ну, я так и знал, что он пригодится. Гравий здесь еще. Зачем? Что? Откуда? Ну, не знаю, что же... Откуда это могло появиться? Ну давай. Так, тут у нас головоломка. Мне не повезло. Первый направо. Первый направо. Второй налево. Не угадал. То есть... Так, ну давай я попробую угадать. Первый у нас правый, второй правый, а третий левый. И снова мимо. Что? Одни только право, право и право. Что? Окей, первый, второй и третий. Ага, четвертый. Ага, тут четвертый уже 100% левый. Ну да. 308 левел, оп, сужается, еще сужается, оп. Тут такое большое стекло, буквально, вау. Уменьшается, еще уменьшилось. Очень маленький и еще меньший, буквально очень тоненький. Так, блоки стекла с панелями. Ну, куча. Просто блок стекла и... И одинокая панель 2 на 2 блока по X и Z-нику, но по Y 16 пикселей. Я не с той стороны! Я пошел не тем путем. Боже мой. Ну вот здесь вот теперь точно не ошибусь и не пойду не той стороной. Помните левел 1.9? Ну да, 1.9, 1.9. Такс. Окей, ну, 310. Оп. Странно, но как мне теперь перепрыгнуть? Сделать это нельзя на Java. Ну, можно как бы, но... Ну, как это сделать, я так и не знаю. Что-то раньше работает, а теперь нет. Работает пару прыжков. И почему-то потом отказывается. Не понял, но почему. Оп, тихо. И... 311. Чего, блин? Спаунпоинт не сработал. Здесь, значит, фейковый. 100%. Потому что так...
Нет, не фейковая, просто что-то кнопка вообще не активировалась. Что-то вообще странно. Майнкрафт не шибко оптимизированный. Особенно если говорить про Java версию. В Bedrock тоже есть баги, но не такие критичные, не так много, как на Java. Окей. 312. Оп. Почему так лагает? Из-за много огня? Триста тринадцатый левел. А, 313-й левел. Здесь не знаю, сейвиться можно или нет. Если нет, то... Да уж. Чё-то уже мой ноут очень шумит, очень буквально. О боже мой. В принципе, должно быть легко. Если я сейчас упаду, то все. Ага, ну вот я сейчас здесь. И, конечно же, я шел не той стороной. А, смотрите, здесь два пути. Либо сюда, либо сюда. И надо именно сюда? Или куда, вообще не понял. Что-то непонятно. Вообще теперь не придется это перепроходить миллионы лет. Так, я засейвился, надеюсь, что ошибки, что доступ к кровати затруднен, не будет. Ага, мне все-таки вот здесь вот есть пару путей, и одни верно, а другие нет. Игра сейчас вообще идет буквально в 60 FPS. А почему я спавнюсь в воздухе, не понял. Иногда и такое бывает. А что будет, если я вообще внутри забора поставлю? Да, я решил именно вот это вот место выбрать. Надеюсь, что доступ к кровати не затруднится. 70 кадров. Ну, 50 сейчас. Ну, короче, 60 плюс-минус. Вообще все очень плавно, буквально. Ну, короче, Майнкрафт можно поиграть, хоть и не на крутых. Ой! Я дошел до вот этого вот момента и решил, короче, это дойти до момента, где этих палок нет. А то иначе будет доступ затруднен и меня перекинут на левел 1. Это главный спаунпоинт. Вернее, там, где игрок появляется. Это, видимо, set world spawn находится здесь, на первом левеле. Ага, ну... Ага, уже 315-й левел. Скоро мы пройдем эту карту и покажем миру, что я прошел карту на 100%. А не те, которые проходят 300-400 левел и не задумываются о том, что вышла новая версия, не смотрят интернет, что вышла новая версия. Ну, вернее, они вообще не задумываются. Короче, плохо тут в этом отношении у ютуберов.
Но однако я буду выделяться на их фоне. Окей. 316 левел. И почему появляюсь с этой стороны всегда? Хотя заспавнился, вернее, сделал спаунпоинт именно с этой стороны. Не знаю, почему так. А я сейчас буду пробовать как-то пройти этот левел. Ну давай, давай, давай. Оп. Да и здесь помпот наверняка не поставишь, потому что... Да ладно, смог. Смог это пройти. 317 уже левел. Что-то вообще странно. Так. Ага, 1, 2, 3 пикселя. 4? А, то есть с каждым разом. Ага, то есть 1. Второй. Третий еще как-то могу залезть. А вот на четвертый уже сложнее. А пятый, ой, шестой уже, седьмой уже, и восемь. Ага, максимум на 1,5 блока могу. Дальше уже залезть не могу. То есть, если будет 25 пикселей, ну, один блок 16 плюс 9, например, снег, то тогда уже это... то тогда уже сюда нельзя запрыгнуть. Оп. Еще чуть-чуть. Ну давай уже залезай. Что это вообще было? Что это вообще было? Я не понимаю, почему у меня свернулся Майнкрафт. Ну капец, мне придется теперь перепроходить миллионы лет. Кстати, один факт. Прогрузить полностью карту Майнкрафта невозможно. Ну, возможно, но... но тут мир будет так много весить, так много, то что вообще... места на диске вообще не хватит. Вот знаете, сколько места придется занять, чтобы существовал такой сервер, например, как 2B2T? Ой, петабайты! Место обеспечены этим сервером. Я уже дошел до вот этого момента. Долго было. Если бы не этот ключный момент, то тогда бы я уже давно дошел бы до 319-го, ну, увы. Майнкрафт залагнул вот на этом моменте. Не понимаю, почему. Ну, не вылетел, но что-то... какой-то баг произошел. Почему я... у меня кнопка прыжка не срабатывает. Нажимаю сюда, и иногда он может не срабатывать. Почему здесь я именно не могу забраться дальше? Так, я засейвился. Еле-еле добрался до вот этого момента, хотя это все равно не нужно. 319-й, опа, 320-й уровень. О май гад, о май гад. Оп! Триста двадцатый левел. И скоро мы уберемся отсюда и будем вообще в другом конце карты. Там, где уже дальние левелы. То есть непонятно где, короче. Окей.
почему-то на это облако не могу забраться. Может, сейчас не удастся. Оп! Ага. Да могу, но потом почему-то не могу. Вообще. Непонятно. Надо торопиться, потому что долго. Ну да. Конечно же, в самом конце не смогу уместить 50 левелов в час, последние. Ну ладно. И пробую просто пройти их максимально быстро. И прям не занимаюсь спидраном, но... Окей. Ха! 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 Ну, давай! Ха! Оп. 323. 324. 325. И был уровень 286 или 1.9. Так вот, 325-м здесь не 1.9, а 1.10. Причем мы уже ровно половину прошли того, чего я запланировал за этот ролик. Только как-то мне нужно перепрыгнуть, а приседаю, и почему-то урон не наносится. Встаю, и начинается. Тут вообще непонятно. Это, кстати, что? Что вообще? Давай. Ай. Да уж, мне придется разбираться долго. Ладно, подождите. Так, ставим спавн пойнт. Да что ж такое? Спавн пойнт. Ну давай быстрее. Оп. Окей. Фью. Окей, 326-й, Такс. Вот начало я уже нашел. Вот оно. Ага. Такс. Давай. Оп! Так, я уже добрался до этого момента. Что ж такое? Спавн поинт. И, к сожалению, не умею команды копировать. И вставлять ютуберы не объясняют. Они тупо это делают. И все. Но как это делать? Они не рассказывают. Это вообще что? Возможно, и есть, но я не видел. Если вы видели, то пишите об этом мне в комментариях. Но почему-то YouTube на видео, когда я снимаю с камеры, он берет и комменты отключают. YouTube, уже прекрати, а! Это мне неудобно. И приходится мне включать вручную. Это мне не по душе.
мягко говоря. Даже если снимаю какой-то геймплей, все равно это происходит. Что это за фильтр там поставлен? Непонятно. Возможно, это такое не у всех. Но вот у меня такое есть. Ага. Здесь кукла на этом моменте. Тут версия там, короче, где это. Ну, короче, там, где это. Хотел бы сказать. Ну, короче, там, где. Трехсот с чем-то левелов. Там версия, где там 320 с чем-то левелов. На этом моменте здесь заканчивается. Ну, начиная... Но там обнова была. Давно. И эти левелы появились. Я играю вообще в самую-самую свежую. Про такую версию, про которую вообще никто даже не думает. Что она вообще есть. И не знают. А я знаю. 328. Что-то шумит так. Чересчур шумно. Да уж. Вы, наверное, сами слышите этот звук. Тихо. Что? Да что ж такое? Давай. Хоп! Здесь начнется такой этап. Ладно, идем проходить. Чего? А это кто закрыл проход? Проход закрытый. Алло, кто это закрыл? Я не могу открыть. Ладно, пробую как-то открыть. Давай. Ладно, пробуем. Раз. Два. И... Что это так залагало? Ну, пробуй как-то открыть. Да как это открыть? Ну, давай. Раз, два и три. Откройся. Открыл, открылась ли оно? Да! 329-й левел. Ладно. Заходим в этот этап. Кстати, есть одно но. Спаун-поинтов не будет. Вообще. Подсказка. А. Не будь серьезно, пожалуйста. Чекпоинты... Ой, короче, спаун-поинты здесь не работают. Если ты... Умрешь, то ты заспавнишься на 329-м. Не водить спаунпойнты, а то иначе будет плохо. Ай, блин. Ой, как же будет сложно пройти
Вот это жесткие условия. Очень жесткие условия. Они здесь вообще-то работают, но только начиная с 1.16 и то ограничено. Только можно... надо для этого какую-то специальную штуковину. Штуковину для этого. Ну и, конечно же, мы спавнимся вот здесь вот. Да уж. Боже мой. Ну, он так нагрелся у меня. И шумит. Да уж. Окей, прогрузки не такие уж и большие, ну ладно. Оп! Так, у меня есть идеи. Только ла. Тут почему-то подлагнуло. Что-то лагает. Что? Здесь почему-то лагает. О! Ой! Оп! 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 Никуда вообще идти. Да уж, здесь буду долго. Окей, я уже на этом моменте. Ну, хотел бы пойти куда-то в другом направлении, но, к сожалению, нельзя. Только по этому маршруту. Да и к тому же. Надо всегда знать. Стоп. Окей. Продолжаем. Ну, давай. Так и хочется вести спаунпоинт. Но, увы. Нельзя. Даже если это овер-хардкорный момент, все равно нельзя. Кстати, есть... ну, начиная с 1.16 спаунпоинта в Незре. Но это делается, ну, во-первых, дорого. Во-вторых, это все еще и работает с костылями. Ага, теперь не сюда. Спаунпоинты нельзя ставить. Даже если уж очень не хочется, то все равно, на жаль. Так, ну давай. Допрыгнем. Yes. Теперь мне надо сюда. Фью. Теперь сюда, сюда. Да уж, каждый раз приходится много времени доходить. Ну, блин! Так, мне нужно как-то дойти до следующего момента. До левела. Вернее. Да что это за прикол? Так. Ну, давай. Оп. Ой, нет! Окей. Уже дошли до вот этого момента. Так. Свалился с лестницы. Не знаю почему. Давай. Да господи, опять! Так, я уже в третий раз, или в какой раз, уже четвертый здесь. Четвертый, конец-таки. Нету спаунпоинтов для тебя. Ну, чекпоинтов. Удачи тебе. Что вообще? Вы хотите сказать, что я... Ой, нет. Ой, нет. Ой, нет. Как я разберусь? Как мне вообще понять? Вообще не понимаю. Ой, нет, 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 нет. Как мне понять, куда мне прыгать? Не может сюда? Не понимаю ничего. Так, окей, ну... К сожалению, я не выдержал, но...
Не знаю почему. Беру его в руки, однако все равно не вижу. Ага, хотя, стой. Он и не нужен. Просто. Просто что-то не могу найти. Хотя. Блин. Зачем мне этот вообще блок, если. А, ну. Можно и так вообще-то. Зачем? Простите, я просто. Просто не могу понять, где же. Окей, ладно, в выживании все-таки. Ага. Понятно. Что? Блок. Ага, вот сюда, понятно. Ага, прыжок в один блок. Вообще ничего не вижу, а? Да, и не могу, к сожалению. Вообще непонятно, чё? Почему-то барьер вообще перестал показывать. Непонятно, почему вообще это. Это уже намного страннее. Ой, господи, я не знаю, как это пройду. Ага, ну, очень сложно, как вы видите. Ага, окей. Не вижу ничего буквально. Ай, да что ж такое? Ориентировки вообще никакой нет. Не знаю, как я это пройду. Да уж. Даже в креативном режиме сложно. Ну как сказать, выживание даже. Хотел сказать. В креативе, если не летать, понятное дело. Ну, все равно, почему-то появилась такая версия. Какой-то, не знаю, в каком апдейте сделали так, что теперь барьеры вообще не показываются. Что в Java, что в Bedrock, теперь блоки барьера испорчены. Да-да, испорчены. В Java то, что в креативе они не показываются, а в Bedrock это то, что сломать их даже в креативе нельзя, а только с помощью какой-то команды. Не понимаю, что вообще сделали. Ну, разработчики, ну верните то, что раньше было, а? То, что раньше было намного удобнее, чем вот это, блин. То, что они поступили, это хорошо. Я, если честно, думаю, что они сделали плохо. Причем, ладно уж, если пост левелы были сложными, но спаунпоинт можно. Но это происходит все в Незере, поэтому нельзя. Так, я уже дошел до вот этого момента опять. И. Ай! Ладно. Это. Овер сложно вообще. Да что ж такое? Ладно. Пробую как-то сюда допрыгнуть. Удалось. И, наконец-то, 331 пройден. 332. Надеюсь, что здесь мне не придется какие-то читы использовать. Ага, ну. Это вообще на изи прошел. 333. Ты избежал. Теперь из фортети. Теперь попробуй найти выход и уйти. Что? Ярд. Короче, ищем выход, ищем выход. А это где? Может быть. Как сюда попасть? Надо разобраться, как же найти выход. Я вообще не понимаю, куда мне надо залезть, что. И, кстати, есть еще огонь.
Может, не надо, надо использовать как прыжок? Ну, что ж такое? Я бы мог бы сюда спокойненько пролезть, но нет, так нельзя. Это огромнейшая проблема. Куда я вообще не понимаю? Ай. Ой, как мне придется разбираться с этим. А может, мне надо вообще сюда? Ну, кстати, логично. Ага. Не надо. Куда вообще? А это еще что за дрень? Что, блин? Как разработчик это сделал? Ага, я нашел Secret Way. Secret Way? Типа. Это куда я иду вообще? Капец. Пожалуйста, YouTube не бань. Это не я делал, а этот разработчик. Ой. Я нашел выход. Все-таки, но нашел. Кое-как-то. Окей, ну. Ага, теперь мне нужно куда? Ага, карабкаться еще выше. Я уже очень далеко. Да-да-да-да. И теперь мне нужно прыгнуть. Фух, 334-й. Идти за этими штуковинами. Не потеряйся, окей. Если я найду выход, то вообще классно будет. Тихо. Ага, вот сюда нам. А теперь нам куда? Не понял. Да уж, это часть видео про Незер. Затянул так видео на много времени. О, я, кстати, прыгнул в нужное время, когда оно дало мне, наоборот, фору. Ой, нет! Скипну лучше. Вот я здесь. Окей, теперь, может, с этой стороны, да? Не падать, это главное. Ну, хотя как, я все равно не буду это перепроходить. Наверное, другие ютуберы тоже не перепроходили, если они падали. Ага. Ну. Здесь-то легко. Ага, теперь мне куда? Ага, я нашел путь. Я, вернее, знаю, куда мне надо дальше. Вот я, вернее, здесь. Но что-то не могу найти. Как же мне сюда залезть? Везде тут все окружено два блока. Но почему-то одной нет. Ага, видимо, этот проход. Не что, карабкаться по этой стенке? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да, чем нет. 334-й левел. Или 300... А, 334-й, да. Ха! Я еще не потерялся. Я все еще могу находить выходы. Ага. А мне теперь куда?
Сюда, скорее всего. Ага, да. Почти нашел выход. Я почти нашел. Главное не погибнуть. Уп, я. Оп, я перелез. Перелез. И что это там за табличка? Найди портал. Ага, тут подсказки. Все уже. Почти выбрались, ребята, 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 ребята. О, скоро будет. Ну, очень прикольный этап. Один, оп, оп, оп. Оу, yes. Ага, теперь мне нужно сюда прям. Ага, оп, оп, оп. Что-то уже долго снимаю. Не знаю, хватит ли мне места на съемку. Ну, надеюсь, что хватит. Ага, стойте, сюда мне. О-о-о-о, май гад. Что ж такое, ну давай. А, зачем я? Я мог же... Да что ж такое, опять? Давай. Я бы мог бы просто сюда, а и сюда. Ну вот, ладно. Ладно уж. Оп, оп. Ага, не теперь сюда. Ну. Ага, теперь какой-то проходик, проходик. Окей, ну. В принципе, все левелы проходили, кроме 330-го. Он самый сложный здесь. По моему мнению. Потому что здесь невидимые блоки. И скорее в портал! Оу, yes, мы теперь... Паркурия? Realm of Паркурия? Триста тридцать пятый. Все, здесь засейвнулся. Вот это было круто. Вау, просто. Очень круто сделали. Уп. И, кстати, думал, где же все-таки обложку сделать? У меня два варианта было. Но я посмотрел, и уже обе не подходят. Так, ну... Ой, где-то уже час снимаю, час снимаю. 336-й левел. Оп. Оп. Оу, yes. Ой, да что ж такое? Вот уже. Спаунпоинт поставил. А, думал, что можно залезть. Оказалось, нет. Ну, окей. Ага, там уж какой-то снежный будет, что ли. Ага. Куда мне надо идти? Столько направлений. А, хотя одна всего лишь. Тридцать седьмой. Ага, уже знаю, что там будет дальше. Еще давно знаю. Оп. Еще что-то будем собирать. Да-да. И класть воронки. А что именно? Ой, лучше. Лучше. Вам не знать до девятой части. Да что ж такое? Я еле-еле допрыгнул. Это было таким челленджем.
Как вы думаете, а когда я покажу вам то, чего никто не показывал? Ну, только пару скриншотиков в интернете. И все. Я вам уже показал один свой. Если вы смотрели первую часть. Ой, ну и если вы играли. Вы знаете, что там уже дальше. Не понимаю. Ну вот кто будет заниматься прохождением всех 500 левелов? Кроме меня. Я что? Должен я делать? Да уж, хотелось бы от других тоже увидеть контент по этому. Да почему я упал? Так, ну что-то непростовато. Не на всех блоках и не на всех блоках можно оставить спаунпоинты. На некоторых нельзя, иначе будет доступ к кровати затруднен. Такс. Окей, давай, клиц! Тихо. Окей, ну давай. Что-то очень горячий нут. Такой горячий. Не понимаю, почему так шумит. Да потому что система охлаждения. Это же нут. Ой, как долго придется проходить. Так, давай. О, тихо. Да что ж такое? Почему так? Так. Мыльно. Ай, господи, как же это будет сложно. Ой, длинные левелы. Левелы, короче, начались. Поэтому видео будет намного больше весить. Дольше делаться. Ну и длиннее, конечно же. А если уж и не длинный, то только... ну не знаю, короче. Что-то не могу пройти, не понимаю, как сюда прыгнуть. Ну, давай! Еле. Так, спавн. Point. Обязательно. Уже 53 минуты. Что-то очень длинновато. Ну окей, это же все-таки уже дальше середины уже. И здесь уже намного сложнее распределять. Это, ну короче. Короче, проходить. И придумывать план. Как это обойти, как это сделать и как это пройти. Ну, вернее, как сказать, не обойти, а пройти. Хотел сказать, ну ладно, это, короче, пункт. Лишний сказал, я не понимаю, почему, но почему-то он меня не подпрыгнул. Потому что с краешка я попадаю, если попадать с края, то это не сработает. Фу, еле. Допрыгнул. Это было капец как сложно. Ой. Да уж. Тихо. Да почему? Да что ж такое, еще и такое бывает. Ну давай уже. Да капец. Столько времени потрачу на это. Казалось бы, еще 11 левелов, но
Но на них потрачу очень много времени. Если там были левы, которые проходились за одну минуту и 30 или вообще за пару секунд, то вот теперь... Ой, все намного увеличилось, удлинилось. И теперь может быть такие левы, на которых нужно проходить... Ну, на которые нужно 10 минут потратить для того, чтобы пройти. И говорящие солнце. О! Что? Говорящее солнце. Ну. Оп. Ну нет. Так, я уже здесь. Прыгаю сюда. 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 И ставим здесь spawn point. Да что ж такое? Триста сорок первый. Ну, да уж. Что ли клавиатура начала глючить? Или Майнкрафт? Который почему-то думает, что я типа прыгаю. А, нет, не может быть такого, видимо. Не понимаю тогда, почему. Не могу допрыгнуть, может прыгаю не с последнего блока. Ой. Пикселя, хотел сказать. Короче. Что-то не удается мне допрыгнуть. Да уж. Да уж, придется потратить много времени. Так, я не знаю, прыгать не сюда уже сейчас или нет. Ну ладно, прыгаем. Окей. Так, ну давай, spawn point, так, тихо. Ну давай, оп, 342 уже. Ага, ну и смотрите, это было легко, 343. Ай, капец! Вот это я дошел. Ладно. Еще чуть-чуть, еще 8 левелов. Ой, 344. Да уж, с каждой частью будет все длиннее и длиннее. До шестой части разницы не было. Ну вот, начинай с седьмой! Видео будет все длиннее и длиннее. А особенно будет видно, начиная с восьмерки. А я про девятый, десятый. О, вообще молчу. Мда уж, все как-то печально. Ну ладно. Да капец, то почему? Я прыгаю сюда, а я не могу зацепиться вот сюда вот. Кстати, у меня еще было такое, что ноут через какое-то время начал лагать. Был низкий FPS. Но это было из-за семерки. Но вот почему-то на Windows 10 этого уже нет. Так, я уже дошел до вот этого момента. Вот здесь вот я упал. Ну. Почему-то меня подскокнули слабо. И такое ощущение, как будто бы
Вообще меня не подпрыгнули. Вот. Вот иногда у тебя появлялась такая мысль? М? Когда же будет обновление края? Ну вот сейчас. Почему-то... Ой. Последнее обновление, связанное с эндом, было 1.9. Ну как сказать, не 1.9. Ну из масштабных для энда это 1.9. Думали еще, что это 1.17. Но оказалось, что Кейсинг Клифс. Думали, что 1.18. И тут снова мимо. И 1.18 оказался не обновление, да. А то же самое пещерное обновление, но вторая часть. Зачем там Уджинг разделили? Когда будет 1.19? Не знаю. Но если... Если... И в 1.19 не будет. Ой, это я так буду в шоке. В шоке. Если его отложут на 1.20, ой. А может быть такое, что так и вовсе не выйдет никогда. Чё-то не могу допрыгнуть. Это нереально, если честно. Поэтому я скипну этот левел. Это вообще... Ну как это пройти вообще? Не понимаю. Кто это сможет пройти? Не знаю. Наверное, это невозможно. Уже один плюс час длится видео. А вот сколько снимал... Ой, это вообще отдельная тема. Сколько буду проходить, я не знаю. Где-то часов... Так... Точно выйдет 2. На это видео, вернее. Что-то здесь слишком сложновато. Кстати, мы покидаем солнце. Солнце, солнце. Ну, к сожалению, пока. И здесь что-то будет дальше. Противоположное. Было очень жарко, теперь просто жарко. А вот здесь вот будет холодно. Ой, капец. Добраться сюда было очень сложно. Но я справился. Ну и теперь мне как-то придется проходить дальше. Вот сюда вот. И... Оп, сюда надо смотреть. Что-то не зацепился. Свалился с лестницы. Ой, господи, почему у меня не получилось допрыгнуть? Ой, боже мой, давай. Давай! О! Вот это было очень сложно. Ну, капец! А я перепроходить не хочу. Поэтому... Так. Я здесь. 347-й. И опа! Что-то я вижу. Прикол. Мы уже покидаем солнце. Солнце, вернее. Ну, мы уже никогда не увидимся. Никогда. Да что ж такое, а? Почти снял, почти. Осталось еще чуть-чуть. О, еще чуть-чуть и готово. Не знаю. 348, 349. Ой, ну, да уж. Что-то очень сложновато. Ну, давай! Что-то не могу допрыгнуть. Почему-то я не могу сюда допрыгнуть. Удалось. Удалось. Удалось.
Удалось. Yes, yes. И прыгаю. Нет! Такс. Я уже здесь и поставил спаунпоинт. 348. Ага. До снеговика уже дошли. О, как мы уже далеко. Помните, где были в самом начале? И посмотрите, какой мы уже прогресс сделали. Уже 70%. Капец. Еще чуть-чуть и... Еще три части и... И пройдем эту карту! Это очень будет непросто. Первый слой, второй, вернее. Ага, ну... Так, с один пиксель, второй пиксель, второй, третий пиксель, четвертый пиксель, пятый, шестой, седьмой... А, нет. Этого нет, ну вообще. Оп! Да уж... Так, я уже дошел до 349, 349, 349, и... Ну, понятное дело, что холоднее не стало. Ну, как сказать, типа холоднее, ну, косметически только. Что-то нелегко. Еще два левела. Казалось бы, это легко. Но что-то не просто. Не знаю, ли мне первую часть проходить. Вот здесь вот. А, в седьмой. Ну, снеговика. А вторую, восьмой. Не знаю, как-то... Иногда бывают такие моменты, и... Вот, и не знаю, что делать. Ну ладно. Все-таки сделаю вот так. Ну, вот так. Ну и, конечно же, это не срабатывает. В кавычках. Что-то у меня опять не сработало в кавычках. Нажал не в нужное время. А может отклик у меня есть большой? Да нет. Плавно идет игра. Так, все уже здесь. Давай! Так, спрыгнул сейчас. Ну давай. 350 левел. О, будем внутри проходить снеговика. Окей. Да что ж такое? Ой, кстати, вы не замечали вот эту вот мелочь? Прикольно. Типа волна в центре творится и распространяется по всему блоку. Почему вы не замечаете это? Ну, возможно, и замечаете. Ну, прикольная вещь. Это реально очень прикольная штуковина. Окей. Добро на всем все. Поставьте лайк, если вам понравилось. Подпишитесь на мой канал. И всем, всем пока-пока. О, как устал.